пройдете к нашему офису, будем решить, будет номер, как говорится. Даже из точки, даже все вместе. Мы беседуем с председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка номер 3. Представьте, пожалуйста. Меня зовут Татьяна Зеленяева. Татьяна, скажите, сколько всего на участке избирателей? 2050. А вы можете назвать цифру, сколько уже проголосовало? Конечно. В предварительном голосовании у нас проголосовало 123 человека. Сейчас общее количество проголосовавших с момента 12 часов было 390 под подписью. А в электронном? В электронном 70 человек у нас. Вы не первый раз председатель комиссии? Нет. То есть у вас есть возможность сравнить с предыдущим? Да, как активно сегодня? Я считаю, что активность более высокая, но объясняю это тем, что в Нарве у нас произошла немножко реорганизация участков. Из 14 сделали 10, и наш участок пополнился. Укрупнился, да. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Все. До свидания.